Фина Тимаховец вместе с командой. И у них это очень хорошо получается. Это действительно наше глянцевое издание в компании Oriflame. Вы знаете, что все модные, так сказать, девушки, которые следят за всеми последними тенденциями, они очень любят глянцевые модные журналы, но вот это вот наш с вами глянец, и об этом нужно также говорить. Дарите книгу красоты своим клиентам, это меняет восприятие компании. Этим методом очень активно работает Анна Тымчук, и Аня поделилась тем, что те клиенты, которые не покупали и не воспринимали категорию wellness после того, как взяли и ознакомились с книгой красоты, осуществили свою первую покупку категории wellness. Не давайте код отказа, у меня тут стоит смайлик. Но знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Я действительно рекомендую вам научиться не давать вашим консультантам код отказа от книги красоты, а мотивировать все-таки на ее заказ. Обязательно книга красоты должна лежать на каждом столе в вашем СПО. Да, это вот такой инструмент, который должен всегда быть. Это его не нужно откуда-то доставать из-под полы. Он всегда должен лежать на очень видном месте. Во время выдачи заказов книга красоты также должна лежать. Вы должны фокусировать на нее внимание, показывать ее своим консультантам. Ну, и мы очень часто говорили, что должен быть какой-то интересный продукт каталога для того, чтобы сделать еще один заказ. Ну, и также должна быть рядышком книга красоты. Сделайте плакаты в свои СПО с книгой красоты для того, чтобы фокусировать на нее внимание. Подарки на мероприятиях. Книга красоты – лучший подарок. Это сейчас будет наш с вами фокус. Да, мы очень часто дарим розочки и так далее. Давайте дарить книгу красоты. Поверьте, каждый менеджер, лидер компании Oriflame, получив это издание в руки, сможет, хорошо поработав с ним, обеспечить его себе как минимум миллион алых роз за деньги, заработанные в компании Oriflame. Ну и я сейчас... Вот, и дешевле, чем розочка. Знаете, да, дешевле. Я честно хочу вам сказать, она не завянет, это я вам гарантирую. Вот, и она будет очень хорошо работать и принесет очень-очень много полезного. Вот, и, конечно же, давайте книгу красоты почитать на пару дней своим консультантам, возможно, те, которые не заказали книгу, которая по каким-либо причинам от нее отказались. Если вы понимаете, что уж такое случилось, то обязательно дайте ему почитать на пару дней эту книгу для того, чтобы приучать его к тому, чтобы каждый квартал он с ней знакомился. Почитайте обязательно. Вот так вот. Я обещала своим коллегам, что буду говорить 15 минут, получилось 26. Ну вот все время как-то мне нужно поработать над моим, видимо, тайм-менеджментом выступления. Ну а сейчас буквально через одну секундочку я приглашу на эту импровизированную сцену мою коллегу, координатора по продуктовой коммуникации Наталья Трепашко, которая расскажет вам, как работать с содержанием книги красоты и как его использовать эффективно в своей команде. Ну что ж, я с вами доброе утро, дорогие лидеры! Как меня видно, слышно? Доброе-доброе утро. Очень рада всех вас видеть. Нас сегодня довольно много, это очень приятно. И я сегодня хотела бы с вами поговорить о содержании нашей замечательной книги красоты и назвать вам некоторое количество причин, почему знакомство с компанией Oriflame должно начинаться именно с этого издания. Я, когда первый раз получила эту книгу, я уже всем везде рассказываю, что я не хотела ее выпускать из рук, и она поселилась в моей безразмерной сумке, и она живет со мной каждый день, потому что действительно всем, кто задает мне вопрос, а где я работаю, с чем я связана, чем я занимаюсь, я всем показываю эту книгу для того, чтобы показать людям, насколько на сегодняшний день наша компания занимает свои позиции на рынке прямых продаж и косметических продаж, в какой степени мы, скажем так,
имеем какое-то отношение к люксовым глянцевым изданиям. И самое главное для меня, как для специалиста по продукции, это содержание этой книги, потому что инструмент для бизнеса, он великолепный. И давайте поговорим о причинах знакомства с компанией, начинать именно с книги красоты. Почему книга красоты? Потому что в этой книге есть ответы на очень многие вопросы, которые возникают и у людей, которые не знакомы с нашей компанией, и у людей, которые были знакомы с нашей компанией когда-то давно, и для всех-всех консультантов и всех лидеров нашей компании. Кто мы на сегодняшний день на рынке прямых продаж? Мы больше, чем просто уход за кожей. Мы больше, чем компания, которая производит великолепные продукты для здорового образа жизни. Мы шведский эксперт в комплексном подходе к красоте как образу жизни. И обо всем об этом говорит просто каждая страничка нашего издания. И если у ваших консультантов или новичков возникают какие-то возражения, в этой книге есть огромное количество ответов на эти возражения. И более подробно мы сейчас поговорим об этом. Какие конкретно возражения и как с ними работать именно с нашей книгой красоты. В этой книге содержится вся необходимая информация для работы с нашими, с нашими фокусными категориями. Комплексный уход от бренда Novage. Весь информационный минимум содержится на страницах нашей книги красоты. Там есть все, что содержится в этих линиях, как они работают, мнение эксперта по этому поводу. Поэтому если вы слышите какое-то возражение по поводу того, что это дорого и комплексный уход, а зачем, я пользуюсь одним кремом, мне этого достаточно, вы прямо, глядя на эту книгу, открываете нужную страничку, и там есть все ответы на вопросы, почему необходимо пользоваться сывороткой, что содержится в этой сыворотке такого удивительного, почему это может быть стоить не так дешево, и почему эти разработки на сегодняшний день уникальны и инновационны, почему именно они есть в компании Oriflame. И самые часто задаваемые вопросы и претензии вы можете сразу же, открывая это замечательное, глянцевое, очень красивое здание, которое уже, может быть, на каком-то интуитивном уровне вызывает доверие очень многих людей, вы там найдете ответы на возражения именно по работе с комплексным уходом. Поэтому вот я абсолютно согласна с Екатериной в том, что эта книга обязательно должна быть на каждой вашей эксперт-миссии. Итак, идем дальше. Ответы на возражения. Сразу же вы можете ссылаться на нашу панель экспертов компании Oriflame. Все наши основные ученые, которые работают в ученом совете Oriflame, есть на страницах книги «Красота как образ жизни». Ален Мавон, наш потрясающий ученый, который разработал наш комплексный уход, отвечает на вопрос, что такое стволовые клетки растений. Если кто-то вам задает вопросы, кто-то когда-то краем уха слышал, что такое стволовые клетки в принципе, чем они принципиально отличаются от человеческих стволовых клеток, и как они могут работать в дневном, ночном креме, что они делают в сыворотке, и почему они необходимы женщинам после 20-25 лет, на все это есть ответ в этой книге. Что касается wellness категории, разработчик Стикстен, невероятный ученый, я думаю, что многие, кто знакомит с компанией Oriflame через wellness, задаются вопросом, а кто же такой Стикстен, для тех, кто никогда не слышал о нем. Информации о нем в интернете на русском языке не так много, но, опять же, для тех, кто не владеет иностранными языками, очень много на шведском языке, если вы бьете в Google, кто такой Стикстен, но, к сожалению, не все владеют ни шведским, ни английским, и для того, чтобы познакомить с невероятным человеком и невероятным ученым, главой нашего ученого совета Стигом Стеном, вы опять же можете ссылаться на книгу красоты. Там есть краткая аннотация, скажем так, краткие ответы на вопросы от самого Стига Стена. Поэтому я думаю, что тоже для того, чтобы завоевать доверие вашего нового консультанта или человека, который не знаком с нашими фокусными категориями, вы тоже можете ссылаться на панель эксперта, которая есть на страницах нашего издания. Я думаю, что тоже такое очень хорошее подспорье для борьбы с возражениями. Там есть ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Что же за категория wellness? Почему необходимо завтракать? Что делать, когда так мало времени для того, чтобы ухаживать за собой? Очень-очень много ответов на самые часто задаваемые вопросы, даже с теми, с которыми сталкиваюсь я. Если вдруг вы где-то, может быть, подзабыли какую-то информацию, или вы не знаете, как ответить на какой-то вопрос, практически все самые часто задаваемые вопросы, касающиеся наших фокусных категорий, есть в нашей книге красоты. Если вы внимательно изучите каждую статью, каждую буковку, я уверена, что у вас станет меньше вопросов даже к самим себе. А как правильно ответить на этот вопрос? Это замечательный инструмент для того, чтобы отсылать ваших новичков или людей, которые, может быть, скептически относятся к каким-то из наших категорий, вы можете смело ссылаться на наше издание. Опять же, если вы начинаете знакомство с компанией или рекрутируете через wellness категорию, опять же, ответы, почему не уходит вес, а как правильно худеть, почему необходим завтрак, это тоже один из таких, скажем, трендов. Мне кажется, что если 10 лет назад мы пролистнем журнал Cosmopolitan, то там в большей степени, наверное, будет информация о косметике, какие-то тесты, статьи, то сейчас, открывая любое глянцевое издание, вы обязательно найдете несколько разворотов, посвященных похудению и здоровому образу жизни. И в этом смысле мы тоже в тренде, потому что у нас есть ответы на эти вопросы. Более того, у нас там есть продукция, которая поможет людям ориентироваться в мире здорового питания. И конечно же, если вы начинаете, скажем так, вести новичка по программе Life Plus, здесь тоже очень много преимуществ начинать знакомить вашего клиента, переводя его в консультанты и квалифицированные рекруты, очень хорошо начинать именно с книги красоты. Итак, если все-таки знакомство с компанией начинается у вас немножко с другой стороны, и вы не знаете, с какой стороны подступиться к клиенту, сейчас я много и часто об этом говорю, наши клиенты стали, скажем так, более капризными, более требовательными не только к нам, но и к продуктам. И компания Oriflame идет в ногу со временем. У нас есть продукты для каждой женщины. И для тех, кто занимается не только, скажем так, уходом за собой, но и задумывается о природе, и задумывается о последствиях, скажем так, человечества на Земле. Для тех, среди моих знакомых, по крайней мере, очень много людей, которые на сегодняшний день вегетарианцы, веганы, те, кто следит за природными ресурсами. И таких людей вы можете отсылать к нашей категории Eco-Beauty, наша замечательная серия, которая подойдет для всех, кто вот из этой категории людей, которые очень переживают за природные ресурсы и очень переживают за натуральность косметики, которую они используют. И я еще раз повторю, таких людей с каждым днем становится все больше и больше. Если кому-то по каким-то причинам не подошел, допустим, наш комплексный уход от бренда NovAge, если у кого-то есть какие-то предубеждения по этому поводу, вы смело можете отсылать к нашей линейке EcoBeauty. Опять же, это линейка не только для веганов, не только для тех людей, о которых я сейчас говорила, для каждой женщины, которая, может быть, переживает по поводу использования каких-то продуктов неприродного происхождения в своем уходе, вы тоже можете отсылать именно к серии Кабьюти. И она тоже есть в нашей книге красоты. Целый разворот, посвященный правильности использования растительных компонентов в косметике. Вы можете ответить, опять же, на все вопросы, которые у вас самих возникают в работе с категорией Eco-Beauty. Вы сами найдете ответы на эти вопросы. Опять же, возвращаясь к категории Wellness, все ответы, что же, почему полезен наш коктейль, что же там такого содержится, почему наш день должен начинаться с коктейлей Wellness Pack. Ответы на эти вопросы есть в нашей книге красоты. И начиная знакомство с нашей компанией, я думаю, что многие со мной согласятся, для тех, кто работает онлайн и призывает мамочек в декрете присоединяться к нашему бизнесу, независимому бизнесу для личностного роста, я думаю, что
Каждую маму беспокоит вопрос правильного питания детей. Каждая мама хочет для своего ребенка самого наилучшего. И для таких женщин, мне кажется, такой вот звоночек, который затронет каждую маму, это целый разворот, посвященный нашим деткам. Наша категория wellness для детей, омега-3, наши мультивитамины для детей. Это очень хорошая точка соприкосновения с человеком, которая... Может быть, помнит или слышал о нашей компании, о наших туалетных водах или о нашей декоративной косметике. Для тех, начинать знакомство с компанией, мне кажется, мам, находящихся в декретном отпуске, нужно именно с этой категории. Потому что, мне кажется, равнодушным не останется ни одна мама. И точно так же, работая офлайн и предлагая книгу красоты женщинам, у которых есть дети, а мне кажется, что большинство наших женщин, которые работают в компании, которые занимаются рекрутированием, так или иначе соприкасаются с женщинами, у которых есть дети. И этот вопрос, который волнует каждую женщину, опять же, отвечая на все вопросы и возражения, вы ссылаетесь на нашу книгу красоты. И, конечно же, вот я немножко коснулась темы работы онлайн. Наша книга красоты – это миллион идей для постов в социальные сети. Просто если у вас возникла, скажем так, кризис творчества, и вы не знаете, с чего вам начать утро, вы открываете книгу на любой странице, и мне кажется, каждое предложение можно развернуть таким образом, чтобы создать пост в соцсети. Но не обязательно делать прям скриншот или фотографию книжки и перепечатывать текст. Перекладывайте это на себя, добавляйте ваше личное мнение. Мне очень нравится вот последний наш разворот. Начиная с самых первых страниц, у нас есть замечательная... Вот такое примечание же разработано в Швеции. И наша шведскость – это очень хорошая, скажем так, зацепка для поста в соцсети. Вот на последнем развороте три очень таких интересных слова и факта о Швеции. Я с ними познакомилась, находясь непосредственно там. Что такое лагом? Я, допустим, не знала. Лагом – это слово, которое очень любят в Швеции, которое обозначает... отсутствие каких-либо крайностей. Все должно быть в меру. И вот это, согласитесь, тоже повод создать пост в соцсети. Я сегодня решила жить, допустим, по шведской идее лагом. Никаких крайностей. Я не буду загонять себя в спортзале до потери пульса, но при этом я обязательно туда схожу. Отличная идея для того, чтобы сделать фотографию себя в зеркале, подписать это слово, сделать хэштег лагом. И это уже даст вам отсылку к тому, чтобы выйти на международное пространство, потому что это слово очень часто используется и сотрудниками компании, и лидерами компании Oriflame. Вы можете находить единомышленников. Опять же, возвращаясь к мамам в декрете, второй пост, второе, как бы маленькая статья о том, что в Швеции каждый мужчина, каждый отец должен 3 месяца просидеть в декретном отпуске, отпустить маму на работу и 3 месяца побыть с малышом дома. Мне кажется, это тоже отличный пост для того, чтобы всех мам сети немножечко взбудоражить и провести опрос небольшой, а ваш папа согласится просидеть с ребенком 3 месяца? И отличная зацепка для того, чтобы сослаться на нашу шведскость. Опять же, мы сотрудники, мы представители компании, которая родилась в Швеции. И вот эти вот маленькие заметочки ежедневные о том, что вот в Швеции есть такая традиция. Есть традиция Friday Fika, есть просто Fika. Это перерыв на то, чтобы пообщаться. Вы можете в середине дня, испанская сиеста длится слишком долго, мы живем в режиме слишком больших скоростей, но у нас есть возможность прерваться на фику, пойти попить чай с коллегами, обсудить дальнейшие планы, не просто праздно провести 15-20 минут своей жизни, а пообщаться с людьми, узнать мнение, провести хорошо время, отдохнуть, разгрузиться и приступить к работе дальше. И мне кажется, открывая каждую страницу нашей книги красоты, вы можете найти отсылки на пост в любую соцсеть, в любой момент своего дня. Если вдруг вы не знаете, а что вам сегодня еще запостить, вы открываете любую страницу и создаете пост. Конечно же, с личным каким-то отношением, со своей фотографией, со своим примечанием каким-то, но тем не менее информацию вы можете
можете бесконечно черпать из нашей книги красоты. Итак, на этом у меня все на сегодня, скажем так, но миллион других идей у нас еще есть. Задавайте ваши вопросы, я буду рада на них вам ответить. И, конечно же, я всем настоятельно рекомендую начинать знакомство с компанией Oriflame именно с книги красоты, потому что, опять же, для меня, как для специалиста по продукции, это великолепный инструмент для работы. Спасибо всем огромное, до скорых встреч! Я приглашаю нашего следующего спикера, нашего лидера, замечательного, потрясающую женщину Катерину Андреевну. Доброе утро! Как меня слышно? Видно ли меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно, видно, здорово. Отлично! Доброе-доброе утро! Вы знаете, очень люблю начинать день с правильных мыслей, с правильных идей, тогда и день, наверное, идет по-другому. Обычно утром встаю, выпиваю коктейль, сначала вообще водичку, потом коктейль, потом иду бегаю. Бегаю я обычно, смотрю какие-нибудь ролики интересные по бизнесу, и после этого у меня начинается мой день совсем по-другому. Так очень часто у нас наше первое впечатление, ну вот именно начало дня, да, и первое впечатление про кого-то, про что-то, про компанию Oriflame, допустим, да, оно начинается именно вот один раз и на всю жизнь. Поэтому очень много сегодня и Катя, и Наташа говорили о первом впечатлении, о том, что нужно дать обязательно книгу красоты человеку, первое, что он увидит про Oriflame. И сегодня я вам скажу честно, очень много моих идей, которые я с вами хотела поделиться, уже сказали. Поэтому пока Наташа рассказывала, я думала, что же вам такое интересное сказать, чтобы у вас, ну, было вам это полезно. И я подумала, что я скажу немножечко с точки зрения лидера, да, подход к книге красоты с точки зрения лидера. Для меня книга красоты – это повышение стандартов. Опять же, очень многие люди, они знают про Oriflame, потому что видели каталог, потому что видели соседку, которая там, допустим, показывала каталог, но у нее был там неаккуратный маникюр, да, и они об этом запомнили и сравнили это уже дальше, это легло в основу, допустим, представления про Oriflame. Или же кто-то видел, допустим, бизнесменов, да, иногда бывает там, когда очень настойчиво предлагают бизнес и даже не дают человеку возможности сказать «нет». И знаете, очень такое, ну, напряженная идет атмосфера. И вот тоже потом, когда говорят «я тебе хочу предложить бизнес Oriflame», люди говорят «не-не-не, не надо мне», или «сейчас меня будут там мучить», да, или вот «сейчас меня позовут на уход за лицом», или «позовут меня, допустим, в офис, и обязательно будут мне что-то втюхивать, впаривать» и так далее. Вот такое представление, к сожалению, да, создалось на рынке обычных людей про Oriflame. И, ну, мы можем на это повлиять, мы можем это изменить. И компания Oriflame сейчас сделала очень правильный фокус. Она задумалась, компания Oriflame задумалась, какое представление на рынке. То есть, что нужно изменить, чтобы Oriflame через несколько лет выглядел по-другому, чтобы нам с вами было работать легче, чтобы нам с вами было работать комфортнее. Что нужно такое сделать, чтобы это изменить? И именно нужно изменить представление людей. И основа нашего бренда, наша миссия, наше видение, наши ценности и наше происхождение, вот это все можно найти в книге красоты. Наша миссия воплощать мечты тоже там представлена. И помните, наша цель – стать компанией номер один на рынке прямых продаж. И вот тут тоже такая мысль. Иногда бывает, что компания нам предлагает, допустим, работать с фокусными категориями, с фокусной категорией wellness, с фокусной категорией innovation. Кто-то из лидеров берет и начинает это вводить и имеет потрясающие результаты. А кто-то смотрит и говорит, ты знаешь, наверное, это дорого, или у меня нет медицинского образования, я не смогу это внести. И, ну, эти люди остаются за бортом успеха, за бортом результата. И если сейчас самая актуальная тема, и компания больше всего говорит о книге красоты, значит, в этом что-то есть. Значит, нужно просто задуматься, изучить ее и принять эту идею как основу изменений. То есть
повысить именно стандарт Oriflame, ну, начните со своей команды, начните с себя, да, прочитайте сами книгу красоты, и вы поймете, как ее внести в вашу работу. Я уверена, что очень многие, Катя сегодня задавала вопрос, кто прочитал книгу красоты. Очень многие написали, прочитали, но 217 участников сейчас на вебинаре, столько ответов не было. Было, может быть, процентов 10 только ответов. А почему? Почему мы не читаем, да? Вообще, кстати, я тоже об этом вчера думала, как дать человеку книгу, чтобы он прочитал. Есть люди, которые любят читать, а есть, которые не любят читать. И мы, опять же, их приучили с помощью каталога, что можно просто полистать. И очень многие книгу красоты просто листают. На самом деле, тут тоже есть идеи, сейчас о них тоже немножечко расскажу. То есть, единство, дух и страсть, да, эти наши ценности, они отражены в книге красоты. Так, сейчас сразу пойду ниже, то уже мои слайды, так скажем, не совсем актуальны, время бежит. Сегодня тоже Наташа говорила, что время очень-очень быстро бежит, сиеста уже не может быть, и вот в процессе, видите, сразу изменения. И вот книга лидера, книга успешного лидера, это книга красоты. То есть как я с ней работаю? Первое, что видит человек, когда он приходит на встречу, это книга красоты. Я всегда знакомлюсь с человеком, говорю: здравствуйте, меня зовут Екатерина, я лидер компании Oriflame, и если у меня сегодня будет, допустим, уход за лицом, то я говорю: сегодня я буду вам грамотно показывать именно уход за лицом. И вот сейчас, пока я буду готовить, допустим, там стол, да, водичку, я вам дам посмотреть наш глянцевый журнал и открываю на страничке, где идет у нас уход за лицом. И я говорю: вы пока вот можете немножечко вот на этой страничке, я открываю вот на этой, именно вот на этой, где у нас табличка, это я открываю и говорю: вот сейчас мы с вами познакомимся с уходом за лицом New Age, и вы можете, пока я вот немножечко готовлю, немножечко ознакомиться. И человек буквально вот занимает эту минуточку, он пробежал взглядом, и дальше я уже вижу, если человек заинтересованный, он начинает листать дальше и смотрит там уже и про сыворотки, и про стволовые клеточки, и начинает листать, и он заинтересовывается, потому что я говорю: сейчас мы с вами приступим, сейчас мы будем ухаживать, и вы можете посмотреть это в книге. И потом, когда проходит сессия New Age, уже в самом конце, я говорю: вы знаете, у меня есть для вас возможность оставить вам эту книгу красоты. Если я понимаю в процессе сессии New Age, что человека я еще увижу не раз, то я этому человеку даю эту книгу почитать, да, и говорю: в следующий раз, когда ты придешь, ты мне ее вернешь. Если же я вижу, что человек, ну, по каким-то причинам не заинтересовался, но я заинтересована в этом человеке, я дарю эту книгу на сессии New Age. Если же человек, ну, по каким-то причинам, допустим, мне, ну, не является, допустим, партнером потом впоследствии, да, то я просто эту книгу показываю на сессии и говорю о том, что у нас сейчас появился такой глянцевый журнал, и вы можете с ним ознакомиться. Вот, пожалуйста, да, можете посмотреть. И если я провожу, допустим, wellness-презентации, я тоже вначале, прежде чем человеку рассказать о wellness, прежде чем включить wellness-тест, я всех людей, которые приходят к нам на wellness, я им предлагаю тоже книгу красоты. И кто еще не совсем знаком с книгой красоты, тут есть у нас такие закладочки, где можно очень легко, видите, синенькая закладочка и фиолетовая закладка. Вы сразу на фиолетовой закладке открываете и на какой-нибудь интересной статье. Я люблю всегда те статьи, которые информационные, много картинок, где человек может и посмотреть, потому что все-таки мы любим много посмотреть, и где-то немножечко почитать. И пока я подготавливаю тест, я показываю, даю книгу, и все смотрят. И опять же, я вижу заинтересованность человека. Или он читает, или дальше, знаете, листает просто как вот каталог листает. И в конце точно такое же предложение. Я или дарю книгу, или оставляю посмотреть с целью потом встретиться с человеком, или же просто говорю, что вы можете такую книгу в интернете посмотреть, я вам обязательно сброшу ссылку. Вот, это у меня на
встречах, которые касаются ухода за лицом или wellness. Если у меня бизнес-встреча, то что я открываю? Конечно же, я открываю или последнюю страничку, где про Швецию, да, или я открываю страничку там, где у нас представлен бизнес и где у нас есть такая вот, вот у нас зелененькая такая вкладочка зелененькая у бизнеса. И тут я показываю, вот конференции говорю, вот у нас стартовая программа, вот у нас опыт успешных лидеров, да, то есть ты можешь пока вот ты можешь немножечко ознакомиться. Или же, если я уже прям вот сразу, вот человек пришел, я начала бизнес-встречу, то я в конце использую эту книгу, чтобы опять же показать на зелененькой вкладочке и показать, вот, опыт успешного лидера. Вот тебя ждут конференции, есть возможность поучаствовать в стартовой программе. И Oriflame – это Швеция. И последняя вот самая страничка с синей, темно-синей вкладочкой – это именно Швеция. Вот так я использую книгу красоты на всех своих мероприятиях. То есть основной мой метод работы – это у нас как раз-таки мероприятия, и это у нас New Age, Wellness и бизнес-встречи. И на всех этих мероприятиях я использую книгу красоты. И также я ее использую в работе с категориями людей. Какие? Клиенты. Клиенту я всегда даю книгу красоты первую, чем первее, чем каталог. Как только она появилась, нам ее подарили на Кипре, мы приехали. И я вообще с таким, вот как Наташа говорила, боялась упустить ее из рук. Она всегда была со мной, и я показывала клиентам, у нас, говорю, есть потрясающий журнал, компания выпустила, потрясающий журнал. Говорю, у меня он есть в одном экземпляре только, но в следующий раз, когда я буду к тебе подойти, ну, приду, я обязательно тебе оставлю на пару дней почитать. Что я делаю? Я делаю уникальность этой книги и то, что она ценность, поднимаю ценность, да. Я говорю, как раз в этой книге есть вот те вопросы, которые ты у меня спрашивала. То, что Наташа говорила, да, допустим, про актуальность сыворотки, или почему люди не худеют все-таки, или как правильно завтракать. Ты уже сегодня правильно позавтракала, спрашиваю я, и говорю, а вот в этой книге есть статья на эту тему. То есть разогреваю интерес. И самое главное тогда в ближайший, в краткий срок прийти и принести эту книгу. То есть чтобы человек не забыл, не остыл, а что вот до тебя дошла очередь, ты можешь ее посмотреть, только отдай мне ее через день-два обязательно. Я сама, когда читала эту книгу, приблизительно я представила по времени, что это заняло у меня 1,5 часа прочтения всего от корки до корки. Может быть, быстрее. Просто я тоже рассматривала картинки. То есть, в принципе, если человек заинтересован, он за день ее прочитает. И это повышает стандарты, повышает планку. Вот как тоже сегодня Катя говорила, у меня тоже было несколько заказов wellness после прочтения книги «Красоты». То есть у меня человек, который никогда не интересовался wellness, который всегда говорила, Оля такая есть у меня, она говорила, Катя, я доверяю очень врачам, лучше там это, конечно же, профилактика или уже там врачи, но, говорит, никогда я не буду покупать никакие продукты через интернет или там какие-то продукты, которые мне посоветуют даже, ну, не врач. И у нее это предубеждение было очень долго, и мы с ней очень много разговаривали на тему wellness, но ничто на нее не влияло. И тут она получила эту книгу в заказ, прочитала ее и позвонила и заказала витамины мужские, wellness pack мужской, просто после прочтения книги. Почему это так действует на людей? Это, опять же, как уверенность в том, что это такой вот красивый журнал, и там очень доверие идет. Вот Наташа тоже об этом говорила, устанавливается доверие. Кто ты есть такая? Ты ж не врач, а вот в книге написано, да, или в журнале написано, и на это клиент или консультанты, которые со скидкой, они очень сильно реагируют. И также у меня было недавно две продажи New Age. Одна была продажа New Age Экологен, вторая True Perfection, именно благодаря книге красоты. Потому что я стала говорить с моими клиентками, их две у меня, они в одном месте работают, и
Когда я заговорила, я говорю: вот, Ира, как ты ухаживаешь за собой? Она говорит: я в книге красоты почитала про серию коллаген, там столько отзывов, я, говорит, хочу ее купить. Я говорю: ты ее даже не пробовала. Она говорит: там так экспертно все написано, там так написано про Ален Мавона, про стволовые клетки, про институт исследования кожи, про патенты, которые есть у Ален Мавона. Я, говорит, я настолько доверяю, ну, мне и вот этой книге, что я готова это купить, даже не пробуя. И ее коллега пора чуть моложе ее, и она говорит: и я тоже хочу. Я говорю: ну я бы вам посоветовала тогда вот серию True Perfection. Она просмотрела глазом вот эту вот табличку, и они сделали заказ. Это без даже вот пробовать, ну, без того, чтобы пробовать, да, эту линейку. Консультанты. Консультантам я стараюсь задавать вопросы. Опять же, правильно ли ты завтракаешь? Или ты знаешь, как правильно ухаживать за собой? Или помнишь, ты была у меня на эксперт-сессии, наверняка ты не все запомнила из того, что я тебе рассказывала. У тебя есть уникальная возможность, книга красоты, глянцевый журнал, где написано об уходе за лицом. У меня бывает, приходят на сессию New Age люди уже подготовленные, которые очень много знают про уход за лицом. И они мне рассказывают, как правильно ухаживать. Мне, ну, я делаю, да, они говорят: вот, я прочитала, что очень важно сыворотки, вот, я знаю, что такое дневной и ночной крем. И люди, они сейчас эту информацию получают, но они получают ее из интернета. Но настолько приятно, сидя дома, вот сейчас зимой, наверное, с теплой чашечкой чая, взять, полистать такую книгу и изучить уход за лицом из глянцевого журнала. Это настолько приятно и настолько комфортно для людей. И когда я вот эту вот атмосферу описываю, как вам сейчас, своим консультантам, что ты дома сидя, будешь листать глянцевый журнал и будешь пить чай и узнаешь еще пару секретов по уходу за лицом, у людей эта картинка, она образуется, и они благодаря вот этим эмоциям, они ее берут и быстрее изучают. Потому что на самом деле, ну, так получилось, что мы приучили людей листать каталог, как вот так, раз. И когда они видят книгу красоты, они также ее листают. Но нужен посыл, нужна энергия, чтобы человек заставить его почитать. Ну, на сегодняшний день так. Менеджеры. Для менеджеров я говорю, мой рабочий инструмент основной, это вот вы видели три. Это New Age, Wellness и бизнес-встреча. Я говорю, вот именно тебе, чтобы стать менеджером или чтобы поднять свой уровень, тебе нужно проводить эти мероприятия. И раньше я для этого использовала руководство по Wellness и руководство по продукции. Но это книги, они более широкого плана, там очень много информации, и не всегда эту информацию можешь дать самому маленькому менеджеру, потому что они начинают заучиваться и понимают, что, может быть, все-таки как это, надо иметь профессиональное образование, чтобы рассказывать, допустим, про wellness. В книге красоты достаточно информации для проведения презентации wellness, для заинтересовать, для интриги. И в то же время вот эта информация, она короткая, и она интригующая, и она обучающая. То есть человек, который прочитает эту информацию про wellness, он уже может рассказать на wellness-презентации о продукции wellness. И то же самое экспертную сессию New Age провести, вот, пожалуйста, изучи от корки до корки про уход за лицом, и ты научишься проводить эксперт-сессии. Бизнес-встречи, чтобы проводить, тебе нужно знать наших два флагмана. Это у нас идет New Age и Wellness. Тебе нужно это изучить, чтобы знать, с какими категориями потом работать. Ну и, конечно же, последние странички, там, где про бизнес, зелененьким таким, помните, флажочком, обязательно изучи. Или начни с них, а потом вернешься к уходу за лицом. И для лидеров. Вот для лидеров я эту книгу предлагаю как основу бизнеса и основу изменение убеждений у человека. То есть как мы, получается, мы работаем, да, мы что-то делаем, спа, New Age, там, wellness, бизнес-встречи, делаем, получаем какой-то результат. Вот благодаря этому результату мы имеем убеждение. И потом у нас, если мы используем, мы начинаем использовать этот инструмент в своем бизнесе, у нас мы повышаем планку, то есть мы поднимаемся на следующий уровень. Тяжело это?
Кому-то, да, тяжело подняться на ступеньку выше, но профессионализм, он дает результат. И когда я говорю к своему лидеру, говорю, вот благодаря этому инструменту сейчас в компании потрясающие результаты, и ты просто останешься за бортом бизнеса, если ты этот инструмент не изучишь и не возьмешь себе в работу. То есть тут как бы такое уже идет, знаете, эмоции, но эмоции лидерского плана. И в любом случае, книга красоты, как и любой продукт Oriflame, как и Wellness, как и Innovation, она продается историями и эмоциями. И нельзя продать помаду, да, допустим, или там гель для душа, шампунь, просто вот на тебе шампунь. Если человеку, конечно, есть такая потребность, то он возьмет, и, ну, допустим, есть потребность почитать что-то, ладно, вот нету ничего, возьму книгу красоты. Но эту потребность мы создаем эмоциями. Только благодаря эмоциям люди и вот этим вашим историям люди покупают книги красоты и имеют изменение бизнеса. И книга красоты – это рабочая модель, она работает. Она работает у людей, которые ее используют. Просто глупо, наверное, в своем бизнесе не использовать книгу красоты. И книга красоты для меня – это инновации. Люди любят что-то новое. И когда ты даешь книгу красоты вместо привычного каталога, люди открывают глаза и говорят, а почему? А я говорю, а потому что Oriflame не стоит в одном месте, да, а идет со временем, ногу со временем, то есть мы не останавливаемся, мы идем и бежим даже быстрее, то есть мы инновационный бренд, и мы сейчас знаем, что люди интересуются красотой, люди интересуются здоровьем, поэтому у нас такая книга красоты вышла. Ну и также вот момент такой отдавать, да, то есть покупайте книги красоты столько же, сколько вы берете каталогов, и тогда у вас будет возможность строить бизнес умнее, грамотнее, с другими же убеждениями у людей. И тогда вот эти книги вы сможете дарить, давать почитать, да, не боясь о том, что у вас одна книга только такая. А для себя нужно иметь такую книгу, чтобы она была в сумочке обязательно. Поэтому инвестируйте в свой бизнес, вкладывайте, как вы вкладываете в каталоги. Но помните, что благодаря каталогам вы останетесь на том же уровне, а благодаря книге красоты вы подниметесь на ступеньку выше, и ваш бизнес, он станет, ну, просто сумасшедшим, да, просто с таким результатом. А также для меня очень важно, это экономия моего времени, потому что я люблю проводить время с семьей, с друзьями, я очень люблю путешествовать. И для меня книга красоты – это возможность не стоять и обучать людей, как ухаживать за собой, я имею в виду сейчас консультантов, не учить их проводить сессии New Age, я имею в виду сейчас давать информацию о New Age, да, а я им даю книгу красоты изучать. Я говорю, это инструмент изучения и увеличения потом твоего, ну, твоих продаж. А уже я рассказываю технические моменты, как провести сессию по уходу за лицом грамотно, да, как провести бизнес-встречу грамотно, как wellness грамотно, но уже теорию, я говорю, я, ну, экономлю свое время, я говорю, теорию ты возьмешь из книги красоты, только там, и я тебе сама ничего не расскажу, бери оттуда все. Итак, спасибо вам большое. Очень-очень было приятно поделиться с вами своими наработками. Катюш, спасибо большое за выступление, за ваш опыт. Все, как всегда, на очень высоком уровне. Я желаю твоей команде стремительного роста, ведь вы используете все преимущества и все возможности компании, можно сказать, по полной программе. Вперед, вперед к новым высоким достижениям. Спасибо большое за сегодняшнее выступление. Ну, а как вы уже видели, уже раскрылся, можно сказать, секрет следующего нашего спикера. Я с огромным удовольствием приглашаю на наш вебинар Викторию Прокопенко, золотого директора из города Гомеля. Также, знаете, на сегодня вебинар быстрорастущих лидеров. Это одна из самых быстрорастущих команд Гомельской области. Ну, наверное, не только Гомельской области, но и всей Беларуси. Ну что ж, встречайте, Виктория Прокопенко.
Ребят, сейчас всем привет из Гомеля. Если меня стало видно, слышно, то давайте вместо плюсов и традиционных восклицательных знаков я сейчас попрошу поставить, а в каком городе находитесь вы. Да, только что с нами работал Бред, сейчас привет из Гомеля. Ребят, давайте немножко проснемся, подойдем к компьютеру, да, отложим в сторону книгу красоты, которую мы сейчас все с удовольствием читаем, напишем свои города, а я пока загружу презентацию и буду рада поделиться с вами тоже своим видением, своим пониманием, как книгу красоты нам нужно внедрять в работу, что она нам с вами даст и как, собственно, мы работаем с ней в нашей команде. Вот, видите, сколько у нас городов на связи, классно, спасибо всем за обратную связь, все проснулись, трепенулись. Ну, ребят, давайте работать. Я подготовила сегодня свое понимание с позиции того, как нам книга поможет расти именно в бизнесе. Потому что я думаю, что те 230 человек, которые сегодня со всех городов Беларуси, видите, даже не только из Беларуси собрались на нашем вебинаре, все-таки это люди, которые пришли в Oriflame не просто для того, чтобы себе дешевле покупать косметику, да, или для того, чтобы там заработать какие-то 10-20 долларов на разнице с продаж. Все-таки мы с вами те люди, которые настроены в компании строить серьезный бизнес, зарабатывать здесь деньги. И я могу вам с уверенностью сказать, что книга красоты – это тот инструмент, который действительно помогает увеличить продажи, увеличить доходы, увеличить рекрутирование, помогает сделать намного проще обучение. Так, говорят, плоховато слышно, сейчас я попробую сделать чуть громче микрофон. Ребят, если стало лучше, то по 10-бальной шкале поставьте сейчас в чате, как слышно. Нормально стало, да, все это я просто тихо, у меня было настройки микрофона. Все, работаем. Значит, ребят, вернемся, да, к книге красоты. И мы должны с вами понимать, что для того, чтобы зарабатывать компания Oriflame деньги, наша задача эффективно организовать систему работы в трех простых направлениях. Три самых простых действия, но мы должны не забывать, что это действия ежедневные. Как только ты остановился, как только ты перестал бежать, скажем так, да, в бизнесе вперед, тут же останавливается и твой результат. Поэтому я так понимаю, что наша задача в эти три простых ежедневных действия понять и осознать, как же нам нужно включить в них книгу красоты. Потому что я могу вам честно, откровенно сказать, что когда книга красоты пришла к нам после конференции на Кипре, мы о ней узнали и привезли новости в Беларусь, то со стороны многих консультантов, многих лидеров, даже директоров, не всегда было понимание, зачем она нужна, как с ней работать. И для того, чтобы это все работало действительно, прежде всего мы как лидеры должны понимать, как и зачем. И, ребят, что касаемо книги красоты, могу просто сказать вам одну, ну, мою мысль, которую я считаю нужно взять для себя в работу и осознать и понять. Смотрите, если компания так настойчиво, да, нам предлагает этот инструмент, если нам проводят вебинары, если нам приходят в каждом заказе, если компания ставит фокус на работу с этим бизнес-инструментом, то видение шведов, видение компании – это то видение, которому нужно доверять на 100%. Мы не всегда можем сразу понять, а как это сработает, а зачем и что нам это даст, но если компания говорит, что это поможет, что это надо, что это будет работать, значит, наша задача в свою ежедневную работу быстро брать этот инструмент и не сидеть, не думать, да, не рассуждать и не размусоливать мысль, а надо ли мне, а буду ли я, хочу ли я, могу ли я, а брать и делать, ребят. И поэтому наша с вами задача понять, как в систему продаж, как в систему рекрутирования и как в систему обучения нашей команды мы можем взять этот инструмент и внедрить его в работу. Расскажу, как работаем мы и как внедряем мы этот инструмент, да? Но прежде всего важно понимать, что когда ты любишь то, что ты делаешь, когда ты с удовольствием делаешь свою работу, то, в принципе, работа по факту перестает быть работой, становится просто частью твоей жизни, приносящей и доход, и удовольствие. И все-таки ключевое слово здесь – доход. Ну и вот на слайде вы можете видеть, как запуск книги красоты проходил в нашей команде, да? У нас действительно наша работа – это сообщество единомышленников, сообщество друзей, ребят, которые с удовольствием проводят вместе время. И когда мы впервые держали книгу красоты, делали такую классную, интересную фотосессию в офисе, ну, когда, ну, вы чувствуете атмосферу, да, когда это проходит вот так, и когда такие фотографии с книгой красоты появляются у тебя где-то в Инстаграме, где-то еще, то консультанты начинают спрашивать, а что у вас там такое, что вы там читаете, и что вы так бурно обсуждаете.
Вот, поэтому, ребята, очень важно для себя, для понимания, да, как это должно происходить, прежде всего это должно быть с удовольствием. Но что самое главное, мы не должны забывать слово «доход», которое выделено красными буквами. Если мы не будем для себя и для своих лидеров объяснять, как же книга красоты поможет увеличить наши доходы, естественно, никто не будет интересоваться ей, и ну, мало людей будет таких, которые будут действительно ее изучать и читать от корки до корки. Как же начали изучение мы и как начали работу мы? Это прежде всего ежедневное общение в офисе. Да? Когда люди приходят к нам на СПО, у нас на стойке выдачи, у нас на каждом столике, у нас на столике возле белого кожаного дивана лежит книга красоты, естественно, люди замечают, люди интересуются, люди задают вопросы, и мы, конечно же, тем, кто вопросы эти не задают, мы задаем их сами. А есть ли у тебя книга красоты? А прочитал ли ты? А какая статья тебя заинтересовала? А видел ли ты на такой-то странице такую-то статью? А читал ли ты про сыворотки? А читал ли ты про завтрак с wellness? И так далее, и так далее. То есть это всегда повод заговорить. Ну и опять же, это должно быть ну, не такое какое-то, ну как, ну скажем, простым языком грузилово, да? А это должно быть приятное, веселое общение, времяпрепровождение, когда это просто повод еще раз завязать беседу со своими лидерами, со своими консультантами. И всегда это должно приносить, еще раз повторюсь, удовольствие, потому что прежде всего притягиваются к нам новые люди, приходят в нашу команду новые люди тогда, когда они видят, что это не просто деньги, а это действительно образ жизни, это красота как образ жизни, и это весело, классно, и очень много людей с удовольствием делятся этими всеми впечатлениями. Дальше, кроме ежедневного общения в офисе и лидерской работы, у нас раз в квартал проходят большие структурные мероприятия, и как только появилась книга красоты, мы тут же провели такое мероприятие потрясающее, где мы приглашали спикером Полину Турунтаеву. Огромное спасибо за то, что она приехала и щедро с нами поделилась информацией о книге красоты с позиции компании, и наши лидеры, наши консультанты еще раз по-новому взглянули на этот бизнес-инструмент и поняли, что действительно это та вещь, которая поможет увеличить наши доходы и которая действительно нужна в нашей работе. Видите, сколько ребят, какие горящие глаза, и такие мероприятия, конечно же, надо проводить, и на них обязательно нужно говорить, в том числе о таком важном инструменте в бизнесе, как книга красоты. Дальше, что еще мы внедряем, что еще мы используем активно? Это онлайн-обучение. Это YouTube-канал, где загружен в том числе вебинар от компании, как совмещать работу с двумя инструментами, и обычный каталог, и каталог об образе жизни Oriflame, да? Это наши лидерские обучения, это вебинары, которые мы проводим сами, какие-то ролики, какие-то еще интересные мысли наши на вебинарах, в которых мы рассказываем и делимся впечатлениями, и это всегда очень хорошо работает. Дальше, что еще очень важно в онлайне, да, если мы говорим про работу онлайн, то на самом деле сегодня онлайн и наша жизнь – это настолько тесно связанные вещи. Я думаю, что каждый из вас сегодня, кто ехал утром на работу или просто когда проснулся, и подтягивался, не спеша ли уже в кровати, если вдруг рано утром на работу вы не идете, так как мы, да, кто работает в Oriflame, то каждый из вас взял в руки свой мобильный телефон и полез гуглить, какие же там произошли новости, да, что там у меня на стране, сколько там лайков у меня в Инстаграме стало, вот, какие там выложили новые посты. Я вот могу вам тоже показать, что, ну, не видно, да, конечно, мой пост вчерашний о книге красоты в Инстаграме собрал 44 лайка за меньше, чем за сутки. Соответственно, что я сейчас могу сделать? Я могу просмотреть, кто мне поставил эти лайки. Конечно, половина из них окажутся консультанты из моей команды, либо дружественные, да, из других городов Беларуси. Но половина будет люди, которые еще не зарегистрированы в компании Oriflame. И если я вижу лайк у себя на стене, там, ВКонтакте, в Инстаграме, где-то еще, на всяких разных записях, да, и бизнес-характеры, и вот таких записях, о книге красоты, то это тоже повод для меня обратиться к человеку в личном сообщении и сказать, вот видела лайк у себя на стене, в записи, хотите, расскажу подробнее о нашем проекте, или хотите, расскажу подробнее, как можно получить книгу красоты для того, чтобы тоже почитать, и так далее, и так далее. То есть личный бренд, когда мы выкладываем в социальные сети записи, да, это тоже очень важный инструмент, который работает и для рекрутирования, и для повышения активности уже действующих консультантов. И мы не должны пренебрегать этим, в том числе книга красоты, как сегодня уже говорили предыдущие спикеры. Это очень классный инструмент, который помогает нам не придумывать из головы, не высасывать из пальца какие-то новые записи, которые пустить в свои соцсети, а прям бери любую страницу, оттуда переписывай, это будет классный, действительно грамотный пост, который соберет много внимания к вашей странице.
И это не будет перепост из каких-то там других сообществ. Это будет ваша запись, которую вы сами написали, вы сами создали. И она принесет именно вам новую аудиторию, новых подписчиков, да, и новые в будущем регистрации, возможно, новые заказы. Поэтому обязательно у себя в соцсети мы выкладываем записи об образе жизни с компанией Reflame, в том числе о книге красоты, о том, что интересного сейчас у нас в новостях, да, что сейчас, оказывается, с любым заказом можно получить крутое глянцевое издание. Для новичков это в подарок, вы знаете, да, если первый заказ человек размещает абсолютно бесплатно, он получает потрясающий инструмент. И, кстати, об этом мы обязательно говорим в своей работе. Когда я начинаю работу с новыми консультантами, когда я говорю с человеком об активации страницы на сайте Reflame, да, о том, чтобы разместить первый заказ, я обязательно ему говорю, что бонусом, да, классным подарком ему придет очень качественный, очень крутой, очень действительно интересный и правильно, грамотно составленный глянцевый журнал Reflame. И этот журнал он получит абсолютно бесплатно просто за то, что он активировал свою страницу, разместил первый заказ. И вы знаете, тоже это очень часто помогает в том, чтобы человек заинтересовался, да, и захотел уже поскорее сделать свой первый заказ, присоединиться к нашей компании, попасть в наше сообщество людей, которые действительно так вот весело, счастливо, да, улыбающиеся проводят свое время, при этом еще зарабатывают здесь деньги. А дальше, что касаемо людей, которые уже присоединились в нашу команду, которые уже пришли к нам, это обязательно сопровождение вайбер-чаты, скайп-чаты, лидерские чаты, чаты по продукции, где мы делимся фишками, делимся историями. И ну, где-то даже спасибо компании, когда я узнала о том, что буду проводить такой вебинар, то для меня это было лишний повод встрепенуть, сколыхнуть и прокачать еще раз свои лидерские чаты. Я опустила такую волну, что, ребят, надо поделиться, как вы работаете с книгой красоты, какие отзывы у вас для того, чтобы мне на вебинаре эту информацию рассказать. И, естественно, когда ты поделился сам, кто-то еще скинул какую-то фишку, какую-то статью, это дало отклик, консультанты заинтересовались, те, кто еще не получили книгу красоты, стали спрашивать, а что это, где, а как это получить. И 1+1=11 в такой ситуации, когда ты создаешь, ну, скажем так, движение сам, да, ты его начинаешь. И вот тоже не случайно я поставила именно эту картинку, если кто еще не прочитал на слайде, что написано, да. Один из примеров, как я работала с книгой красоты и как это дает результат. У нас в команду недавно пришла девушка, которая, ну, в силу своих возможностей, она слабослышащая, да, не может посмотреть вебинары, допустим, не может видео какие-то, вот, обучение посетить для нее, ну, скажем так, это проблема. И я вот думала и гадала, как же мне познакомить ее с продукцией, как же мне познакомить ее с бизнесом. И на первой встрече я подарила человеку книгу красоты. Естественно, человек ее прочитал, и с помощью хорошего сопровождения спонсора и при помощи книги красоты, эта девочка, которая в силу, ну, своих возможностей, как я говорю, не так активно может быть где-то работать, как мы с вами, но тем не менее уже 2 каталога подряд она собирает личный заказ на 150 баллов. И человек вышел на уровень менеджера. И вы знаете, когда такие примеры ты видишь и слышишь, то, конечно же, ну, потом смотришь на себя, да, который... на нас, на всех остальных, которые имеют все возможности без каких-либо ограничений, и мы говорим, что это сложно, что там что-то у меня не получается. Ну, ребят, ну просто стыдно, да, когда ты действительно можешь работать таким образом, и это реально работающий инструмент. Поэтому если у кого-то еще не так активно обстоят дела с книгой красоты, обязательно включайтесь. И я могу сказать пример, да, когда ты сам запускаешь волну, вот я в чаты пустила информацию о том, как я бы работала с книгой красоты, это тут же дало отклик, то есть я дала пример действия, и наши лидеры, наши консультанты дали пример отклика, да, то есть вот люди начали писать, что очень понравилась статья про линию Novage, узнали много полезного, помогает подобрать. Тут же отклик на Novage Super, я купила крем себе, не крем, да, а наборы, уже мама себе заказала целый набор, нам очень нравится. И когда в чатах идут такие сообщения, их читает 200 человек, ребят, как вы думаете, какой это дает результат? А я могу сказать, что результат это потрясающий. Люди берут книгу красоты, начинают ее читать. А прочитав, что, допустим, в Швеции более 100 ученых работают в институте кожи, да, вот я сейчас подглядываю книги красоты в Стокгольме, что в центре разработки продукции в Дублине, в Ирландии находится. Люди начинают совсем другими глазами смотреть на продукцию, на компанию Reflame. У них в голове какой-то сдвиг парадигмы начинается, да, они начинают понимать, насколько это серьезно, насколько это 5-звездочный продукт, и что действительно здесь можно и работать, и зарабатывать деньги, и прежде всего для себя и для своей семьи использовать с удовольствием, да, эти все классные, крутые продукты.
Вот, то есть категория Knowledge, категория Wellness, видите, доступный способ рассказать о продуктах Knowledge и Wellness, да, вызывает доверие и показала своей знакомой врачу, думает брать себе и мужу витамины. То есть, видя такие отзывы, да, зная, что это так круто работает, и сидеть и до сих пор осуждать, а нужна ли мне книга красоты, или иметь ее дома и до сих пор не прочитать, ну, я считаю, ребят, это просто не совсем разумно, не умно с нашей стороны, вот, и нужно срочно брать этот инструмент в работу и начинать пускать его по максимуму, да, в работу в своей команде. Будьте примером действий, что самое главное, важно не только быть примером действий, но важно показывать результат от этих действий. То есть вот я дала человеку книгу красоты, он заказал Knowledge, да, я дала ему, он заказал Wellness. А я вот работаю, я получаю такие результаты, и не только там книгу красоты мы читаем, но мы и зарабатываем деньги. То есть наша задача для того, чтобы наши лидеры, наши консультанты, наши менеджеры внимательно нас слушали и прислушивались к тем рекомендациям, которые мы им даем. Наша задача прежде всего быть не только примером действий, но и примером результата. Когда ты берешь и ты говоришь, что реально в компании стать золотым директором за год, и ты это делаешь. Вот мы с супругом, да, в течение ровно года работы мы открыли звание золотой директор. Кто-то говорит, нереально, сложно, кризис, дорого, дешево, там еще что-то, Knowledge не покупают, там Wellness, не знаю, как рассказать, еще что-то. А кто-то берет и делает, понимаете, ребят? И у меня не один такой пример. В нашей команде совсем недавно вот вместе с нами, с моим мужем, открыл звание золотого директора Андрей Антимонов, да, лидер, которого многие знают, да. А Коцур Наталья открыла звание старший золотой директор. Ребят, ну если это можно делать сейчас, если это можно делать сегодня, да, если это делает кто-то, ну почему это не может сделать и повторить каждый? Сегодня, сейчас, с кризисом, с одной и той же продукцией, с одними и теми же каталогами, с одной и той же книгой красоты, кто-то берет и делает, а кто-то сидит на диване и рассуждает. Вот, и для тех, кто пока что еще не знает, с какой стороны подойти, да, вот смотрите, ребят, если вы уже директор, там, открытый, закрытый, упавший, растущий, неважно какой, но вы сами сделали, за вами пошли люди, ну, ведите их дальше, ведите их на результат директор, да, показывайте им пример того, что можно там поехать на банкет директоров, можно поехать в Болгарию, кстати, еще ни для кого не поздно в Болгарию, да, и если мы говорим, зачем книга красоты, ну, это действительно инструмент, который поможет тебе воплотить все свои мечты, который поможет тебе попасть на конференции, на банкеты директоров, зарабатывать деньги, получать премии, $1000, полторы, две и больше, да? А кто говорит остановиться на золотом директоре? Сделай ты этот результат, повтори его еще раз, сделай то же самое, да, еще две группы вырасти, и ты уже сапфировый. Вот, поэтому, ребят, это можно делать, это нужно делать, и нечего сидеть и думать, да? А если ты уже смог стать менеджером, помоги другим стать менеджером, да, как сам, и у тебя будет уже в два раза больше результат. И возвращаясь к первому слайду, с которого я начинала, да, система ПРО, что нужно для того, чтобы делать результаты, куда нам нужно пристроить, скажем так, нашу с вами замечательную книгу красоты. Я не буду вам очень подробно рассказывать фишки какие-то, там, поучать вас, да, что-то еще обучать. На самом деле каждый из нас лидер, и каждый из нас, если он имеет желание, если он понимает, зачем мне это надо, он всегда придумает, он накреативит. Вспомните себя, когда вы только пришли в компанию Oriflame, как вы придумывали, как показать каталог, как сделать первый заказ, да, как разместить там первые 150 или 250 баллов. Да. Когда ты понимаешь, зачем тебе это надо, у тебя идея, у тебя жизнь кипит, бурлит. Вот, соберите в офисе лидерскую планерку, посадите за круглый стол своих менеджеров, своих новичков, своих лидеров, да, своих спонсоров. Устройте мозговой штурм, как упустить книгу красоты, чтобы это увеличило наши продажи. Как с помощью книги красоты рассказать грамотно про Knowledge, про Wellness и продать дорогостоящие высокобалловые продукты и быстро получить результат, быстро получить свою коммерческую выгоду, да? Как с помощью книги красоты увеличить рекрутирование, кому показать, какими словами, где подарить, где оставить почитать, да, когда забрать и что нужно с ней сделать? Как с помощью книги красоты наладить обучение консультантов? Накреативить, ребята, может любой. Я знаю, что каждый из вас может вебинар провести уже через неделю, как он работает с книгой красоты, какой ему дает этот результат. Если мы только поймем с вами, зачем мне как лидеру это надо, и какой результат даст это моей команде. Как с помощью этого инструмента у моих ребят вырастут новые звания. Как с помощью этого инструмента они смогут открыть звание директора вовремя, да, и по альтернативным условиям поехать в Болгарию, если, простите, не получилось, да, по тем условиям, которые стояли заранее по приросту и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, включаемся, действуем ежедневно, не сидим, не раздумываем, не рассуждаем.
Сейчас, сегодня берем телефон, назначаем встречи, организуем лидерские планерки, делаем мозговой штурм, движемся, да, показываем пример действий, создаем пример результата, пример истории, которые в будущем ваши новички будут рассказывать своим знакомым, показывать книгу красоты и говорить о том, что с этой продукцией, с этой компанией, с этой командой, с этим лидером действительно и в огонь, и в воду можно зарабатывать деньги, можно смело для себя покупать, рекомендовать другим и расти по лестнице успеха. Поэтому, ребят, я сейчас всем вам желаю новых идей, новых званий, новых результатов, новых конференций, где мы с вами вместе будем обсуждать, как это сработало и как это дало нам результат. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Передаю слово снова в Минск обратно. Екатерине Дудко, спасибо за потрясающий вебинар, за опыт тех спикеров, которые выступали до меня. Я уверена, что очень много фишек, я себе тоже вот на карандаш все записала, буду внедрять, да. Спасибо вам огромное, новых вам званий. Вика, огромное спасибо за выступление. Знаете, сегодня получился такой совмещенный вебинар. Вебинар не только с идеями и фишками, которые вы реализуете в своей команде, но еще и мотивационный вебинар. Огромное вам спасибо за вашу ежедневную работу и за ту мотивацию, которую вы дарите нам. Огромное-огромное спасибо Кате, за огромное спасибо Вика, огромное спасибо Наталье. Ну что ж, наш вебинар подошел к концу, к завершению. Я думаю, что это не последний наш вебинар, где мы будем делиться с вами опытом, который мы, как сотрудники, обрели во время работы с книгой красоты. Ну и, конечно же, будем приглашать на наши вебинары лидеров компании Oriflame, которые также будут рассказывать, как они работают с книгой красоты. Ну, а теперь есть такое небольшое задание, ну, можно сказать. Здесь уже такая, знаете, мега-ответственность лидера должна проявиться. Смотрите, все мы с вами знаем, что в бизнес необходимо инвестировать. В свое развитие необходимо инвестировать. И об этом также сегодня говорила Вика. И Вика говорила о том, что в вашей команде должна быть не одна книга, в вашей команде должно быть много книг. И об этом сегодня говорила Екатерина. Она говорила, что заказывайте книги и каталоги. И, конечно же, я хочу пожелать вам, чтобы каждый менеджер вашей команды заказал как минимум 5 книг для себя по льготной цене. Это такое мини-задание для каждого менеджера. Ну, а мини-задание и рекомендация для лидера – закажите для себя набор из 25 штук, для того, чтобы вы никогда не жалели книгу клиенту, консультанту и давали ее на несколько дней для того, чтобы с ней ознакомиться и получить всю необходимую информацию. Поэтому заказывайте книги наборами, это выгодно для вас и для вашего бизнеса. И поверьте, я более чем уверена, что ваша вот эта вот небольшая инвестиция в бизнес окупится вам новыми званиями, новыми квалификациями и, конечно же, увеличением ваших доходов. Ну что ж, у нас с вами появился отличный инструмент, который позволит нам с вами у абсолютно всех людей, которые нас окружают, сформировать правильное отношение к бренду компании Oriflame. Этот инструмент, который будет у нас всегда с вами, этот инструмент приведет нас с вами к новым званиям. Ну и я более чем уверена, что активно работать с книгой красоты и получить те результаты, которые нам необходимы, мы можем сделать только вместе. Поэтому давайте продвигать книгу красоты активно вместе, вместе с лидерами и компанией Oriflame. Ну что, спасибо вам большое за вебинар. Я очень надеюсь, что за ближайшее время вы получите свои отличные результаты и будете готовы поделиться с ними на нашем следующем вебинаре, посвященном книге «Красота как образ жизни». Ну что ж, всем огромное спасибо, хорошей вам продуктивной недели, ну и новых квалификаций в 16-м каталоге.
Уже очень мы ждем этот каталог, прям для нас такой один из самых решающих, поэтому готовьте себя и свою команду к открытию квалификации для участия в юбилейном банкете директоров, ну и не только. Ну что ж, всем пока, счастливо, до новых встреч, точнее, ну сказать, до пятницы, до этой пятницы и до вебинара «Акценты каталога». Пока!